15 команд и 80 спортсменов из всех регионов Беларуси, а также представители России, Украины и Литвы. В Мозыре проходит спартакиада среди инвалидов-колясочников. Соревнуются участники сразу в нескольких видах спорта – стрельбе из винтовки, дартсе и гонках на колясках. Однако, как признаются сами участники, спортивные достижения – это не самое главное. Для них важно общение и возможность найти новых друзей. Мы ставим целью, чтобы найти тех людей, которые, может быть, не совсем представляют себя еще в спорте, но те, которые могут попробовать себя здесь. Может быть, первый раз выстрелить из винтовки, первый раз поиграть в теннис, проехаться на коляске и тем самым получить заряд энергии, чтобы начать тренироваться, заниматься собой, спортом. Спартакиада в Мозыре проходит уже в 7-й раз и является самой многочисленной по количеству участников среди любительских спортивных состязаний.